Стрит-арт-художники из Омска расписывают трансформаторную подстанцию у здания начальной школы номер 1 в Сыртовале. Гости местной арт-резиденции были здесь в феврале и решили вернуться, чтобы сделать город чуточку ярче. Команда под названием «Крепкий палец» приехала из Сибири. Александра Хохлова и Дмитрий Ренгольд рисуют на стенах, создают объемные инсталляции и всячески интегрируют стрит-арт в городскую среду городов России и мира. Зимой ребята приезжали в Сыртовалу в разведывательную экспедицию. Здесь художники собирали материал, знакомились с местной культурой, ну а сейчас вернулись для росписи объекта. Очень здорово, что этот проект удалось реализовать. Идея возникла в феврале, зимой, когда мы впервые сюда приехали и увидели разные растительные рельефы на стенах домов и вообще вдохновились местной архитектурой и атмосферой. Поскольку подстанция находится возле школы, ее решили оформить добрыми детскими персонажами, а также украсить растительными орнаментами в теплых, сочных оттенках.